Далее, что там Виктория спрашивает? Я постоянно работаю, не имею возможности голодать на второй день, слава. Как вы относитесь к голоданию на соках? На 20 может ли быть результаты? Голодание на соках, такого нету понятия, как голодание на соках, но тем не менее, его ввели люди, ну вот, мол, голодание на соках. На соках это уже диета, понимаете, диета на соках. Пожалуйста, вы постоянно работаете, у вас там, как бы сказать, нет возможности голодать, ну и не надо. Если у вас есть возможность сделать соки, пожалуйста, соковая диета, лечение соками, одно из наиболее приятных и эффективных. У меня есть рецептура соков. В свое время Норман Уокер разработал эти соки, фиг знает когда, изобрел электросоковыжималку, чтобы все это перетирать и соки добывать. Значит, хорошую соковыжималку приобретайте. Вот сколько я не перепробовал этих соковыжималок, они вся эта фигня. Мне лично понравилось и до сих пор работает. Это Борковская такая машина, которая, знаете, вот действительно сделана так, как надо. И с точки зрения вот именно давления соков лучшего я не видел. Пусть это будет реклама Борков, фиг с ним. Естественно, вы давите соки, можно даже так. Вы выдавили примерно 1,5 литра сока и берете его с собой в термосе. И в течение дня пьете. Конечно же, рекомендуется, чтобы вы сок только что приготовили и выпили. Но если вы работаете, вам это не удается. Зато вы можете с утра легко и просто сделать, допустим, яблочно-свекольный сок. Вы его сделали. Сам по себе сок будет очень вкусным из кисло-сладких яблок. Но для того, чтобы усилить действие сока, можно к нему добавлять свеклы. Этот сок уже будет обладать выраженным действием для кроевосстановления, а также будет действовать как хорошее средство профилактическое от онкологии. Сами яблоки прекрасно за счет железа противостоят и антиоксидантам онкологии, и также еще свекла будет великолепно действовать. Поэтому мы с вами добавляем свеклы. Получается сок специфического цвета, такой густой, и буквально такие за считанные дни способствует восстановлению железа в организме человека, то есть повышает кроветворение. В термос. Почему в термос? Со стеклянной колбой. С металлической колбой от металла будет идти окисление. Со стеклянной нет. Значит, солнечный свет также разлагает полезные все эти вещества, которые находятся в соке. Быстро идет, очень быстро идет окисление. Поэтому вы берете такой термос, наливаете. Желательно, чтобы соки были, как бы сказать, комнатной температуры. Даже можно чуть пониже. Берете их не из морозилки, а вот знаете, для овощей. Чтобы температура овощей была примерно градусов 18-20. Вот такой вот. То есть тогда вот все эти реакции, окисление будут идти не так интенсивно. Значит, давите сок, заливаете в термос, крышечку, света нету, металла нету, эти соки, ну пускай потеряют 10% биологически активных веществ, а все остальное будет ваше. Я вот так примерно допускаю. И попиваете себе этот сачок, оп, выпили, смакуя. И в итоге у вас получится, что когда человек пьет соки, ну, примерно 1,5-2 литра в день, это человек весом 60-80 килограмм, да это для него прекрасное питание, ему особо и есть не хочется. То есть день, два,
можно прекрасно на этих соках прожить. Но день это точно проживете на соках. Естественно, они начнут промывать ваш организм, очищать, значит, многие вещи нормализовать. То есть это хорошая будет профилактика здоровья, это хорошее и лечение, если соответствующий сок подобрать. Почему и нет? Но что касается голодания, слово голодание, уберите. Голодание и соки несовместимы. Есть соковая диета, есть соковое лечение, но сокового голодания нету. Это просто люди, которые не разбираются, не понимают, что такое голодание, что такое диета, в конце концов. Ну вот я ответил и на этот вопрос. Тем более, смотрите, сейчас лето. Сейчас такое обилие фруктов, овощей, что вы можете, ну, наслаждаться и оздоравливаться. Вот буквально такие вот два слова. Наслаждение и оздоровление с помощью свежевыжатых соков. Все основное я вам сказал. Именно в термосик и как использовать. Если есть вообще возможность, ну это, знаете, я по себе знаю. Соковыжималка вот стоит, вы, допустим, только хопа, приготовили. Как правило, вы приготавливаете, ну, как минимум там пол-литра сока. Значит, себе, допустим, или там больше, и кому-нибудь из домочадцев. Выпили, помыли соковыжималку. Потом, допустим, ага, через там 3-4 часа опять, значит, вы делаете сок, там пол-литра, литр, значит, выпиваете, опять все это моете. И так 3-4 раза в день как-то, знаете, с этим мытьем накладно. Это чисто уже практические такие наблюдения о применении этой сокового лечения. Вот, поэтому можно заранее сделать, сразу надавили литра 2-1,5, поставили, значит, в холодильник. Там темно, прохладно, если вы на работу не ходите. И попиваете в течение дня. Ну, слишком охлаждаться не надо. Вот. Значит, соки пьются медленно. Берете, значит, глоточек в рот. Цвет земли – это материальное благосостояние. Я начинаю верить, что этот сок принесет нам деньги. Хорошенько смачиваете слюной. Заодно нагреваете его, если он такой прохладный, и проглатываете. Вот, и это будет очень и очень хорошо. Естественно, результаты от использования соков будут очень хорошие. Проверено на себе, проверено и закреплено. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!